Доброе утро. Доброе утро. Нет, не на рыбалку я иду. Сейчас без 15:07. Я уже мотанулась, быстро съездила за творожком, потому что сегодня суббота. Вот купила творог. 42 гривна. Вот это, не знаю, сколько здесь граммов, по-моему, 800. Это для вкусненького десерта. Во, пожалуйста, первый мужик у меня во дворе. Здравствуйте, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Это он уже хочет кушать. Вы слышали, что суббота, надо собирать мусор. Я вчера вечером собрала, смотрите, целое ведро на мусорку яблок, которые больные падают. Эти такие вот яблочки в компостную яму нельзя. Они заражают общее это вот тогда удобрение и не нужно. Так, сегодня соберу абрикосы тоже. Нет, тут уже хороших нет. Тут уже все гнилые, которые упали. Они уже почти что последние. Видите, как быстро время идет. Уже и абрикоса вся отошла. Чуть-чуть кое-где там пооставалось. Так что абрикоску соберу. Тоже в мусорку это все выбрасывается. Ну и так пройдусь, а где что. Я... Для синеньких с хреном. Подожди секундочку. Видите, как требует быстро и все. Для синеньких с хреном вырыла вот этот вот куст, потому что ну сильно много хрена. Хотя он тут отрастет. Это тоже выброшу на мусорку. Видите? Вырубала полностью. Вырубала. Так. Ну вот и все. Пока собираю. Начинает падать актинидия, но это ее сбивает ветром. Нет, она уже спелая. Смотрите. Она уже спелая, боже мой. Как же быстро, а? Как же быстро. Желтенькие, розовенькие помидорчики. Спелые, потому что это наступило. Смотрите, видите? Я еще только зубы почистила. Творог пробую на рынке. Не пойму ничего по вкусу. Ничего абсолютно. Не, оно кислое и все. Какие помидоряки большие. Вот это болезнь этих помидор, что они вот здесь вот такие некрасивенькие. Смотрите, какие у нас лопаются. В этом году у меня очень большое все что-то почему-то. А сейчас, смотрите, ох, ведь лопнул помидор. Такой спелый. Мы с него сделаем салат, да? Вообще обалдеть. Розовое. Так. То, что я вам говорила, что эта вот роза вьющаяся, она два раза у меня цветет. Это отлично, потому что те розы, которые вот кто-то супер-супер арки, она цвела и все. А эта цветет. Эти, конечно, такие высокие, но посмотрите, какой бурьян. Вот, вы говорите, у меня бурьяна нету. Есть, вот он вымахал. Надо сегодня его вырвать. Если не будет жарко. Если жарко, то хай росте. Ну, извините, вы видите, что парень страдает. Так, идем колбаску дам. Уже не буду того давать. Кормят, и он и хочет. Между прочим, вы мне пишете, но он и не хочет его есть. Иди сюда, мартыша. Пошли, я покормлю. Пойдем. Мартынчик, иди. Идем, пошли, мои хорошие. Идем. Идем, я не шучу. Вот он не обижается. Не-не-не. Так, сейчас он меня... Смотри, прямо невозможно выйти. Да я несу, пойдем. Пошли. Вот она, колбаска твоя. Вот она. Идем, бо сейчас скажу, что я тебя дратую, что я тебя... Вот здесь вот у меня хозяйство, вот. Возле хозяйства будешь кушать, хорошо? Сейчас.